Всем привет! Суббота, 5:33 утра, на улице минус 13, и мы едем на щуки. Но у нас сегодня не просто рыбалка, у нас сегодня еще и соревнования. Один мой знакомый друг по имени Тарас кинул мне сегодня вызов. Сказал, что меня сегодня взует по щукам. Поэтому пришлось выехать сегодня немного раньше. Для того, чтобы было больше времени, чтобы доказать ему, кто чемпион, и показать, где его место. Так что сегодня будет не просто рыбалка, а еще и интересная рыбалка. Ну, а все самое интересное будет потом. Всем пока! И вот мы уже в родной стихии, в лесу. Еще трошки осталось ехать, небогато. И побежим на лед. Мой конкурент Тарас уже на льду. Сказал, лед толстый, мощный, можно не бояться. И уже расставляется. Ну, я ему сказал, что ему это не поможет. Поэтому все интересное впереди. Какая красотища, блин. Итак, как говорится, первый пошел. Людей чимало, машин багато было, приехал. Вон даже кто-то там на санчатах катается, чтобы пешки не ходить. Красава просто. Короче, рассверлился, зараз буду выставляться. Ну, надеюсь, я Тарасику сегодня сделаю аляулю. А так, дивите, какая краса. Ух, молодык. Как, когда такой месяц, обычно ничего не ловится. Но это у Тараса. У меня будет по-любому ловиться. Офигенная сработка. Я просто в шоке. Срабатывает так, что даже не... флажки не срабатывают. Офигеть просто можно. И там оно сработочка. Как так, скажите мне? А? Почему оно срабатывает? Флажок не выстреливает. Это хорошо, что я проходил мимо, увидел, что оно крутит. Холостячка. Побежали на то, что сработало раньше. Та сработала чуть раньше. Ого, как мотает. Нифига себе. Офигеть. Как она мотает. Ого. Блин, ушла. Ушла. И зацепился. Живет за какую-то херню. Ушла рыба. Хотя так мотала. Офигеть. Не успел расставиться. Шаленый жор. Шаленый жор, но мотает по черному. Бачите, мотает. О, сидит. Блять, была, но ушла. Сработка и мотает. Мотает. Есть. Есть. Я хороший щука, я вам хочу сказать. Сработки за сработкой. Вот еще одна сработочка. Блин, только расставился. Не успел последнюю поставить щуколовку, как начало. Одно за другим. Честно, я уже весь мокрый. Не дает покоя.
Так, тишина. Ничего, подождем, мы терпеливые. Посмотрим. Может сидеть, а может сейчас и рвануть. Ладно, проверяем. Не, холостяк. Холостяк. Еще и живца увела. Ничего. Надо рыбе тоже давать шанс. Блин, народ, не знаю, куда разорваться. Одна за одной. Сработки. Ну давай, тут посмотрим сначала. Да что, ближе. Реально задолбался бегать. Потом ту посмотрим. Нельзя никуда отойти. Холостячная. Блять, позамерзало все. Теперь бежу ко второй, который тоже сработало. Вот это вот сработало. Блин, витер клятый задолбал уже, если честно. Не порадовал я. Дуя таке, что... Не, есть. Есть. О, ты бачишь. Отлично. Просто супер. Кайф. Сработка. Крутит. 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 Она здесь уже сидит. А что? Сидит. Блин, уже затащила. Затащила в камыш. О, вышла. Вышла, вышла. А, хорошая. Щукенция. Ух. Лайфхак. Тарас, это тебе. Фух. Есть. Опять сработка. Опять сработка. И так мотала, что просто кобздец. Просто кобздец, как мотала. Честно говоря, 10 утра, 10:30 утра. Я уже настолько задолбался бегать. Просто что сумасшедший жор рыбы. Либо место такое. Есть и хорошенькая. Ой, хорошая мамка. Ни хера себе. Хорошая, хорошая.
Давай по маму и по папу. Хорошо. И вот бежим. Опять сработка и мотает. Мотает. Эта щеколовка уже кучу раз срабатывала. Реально кучу раз. Аккуратно. Крутит, аккуратно. Блять. И живца нет. Как всегда, впрочем. Не знаю, когда клюнуло. Не заметил. О, есть. Сиди, сиди. Уже в траву завела. Есть. Далеко завела. Опять незаметная сработка. Не знаю, сидит или ушла. Сейчас будем проверять. Что, дергается там? А что? А там холостяк. Хорошо, что хоть холостяк, а не завела черти куда. Оно тоже уже не один раз срабатывает. Итак, опять сработочка. Сработочка опять. Не знаю, что-то есть или нету. Но не размотано. По крайней мере. Ага, аж два раза. Ну хорошо, хоть живец на месте. Ой, сработка, сработка. Як она мотает. Опять все из-за видео. Это реально хорошее что-то было. Второй раз сработка и крутит. Крутит. Значит, сидит. Сидит. Сработочки обеденные.
поцеловали, друзья. И отпускаем. А, хорошо. Фух, живец на месте, отлично. Так, две сработки. Не знаю, куда бежать. И тут, и там. У нас лежит щуколовка. Тут молчит. Пойдем туда. Посмотрим, что здесь. Это срабатывало много раз, а это впервые. Ух ты, ёб твою мать. Тут есть. Размотала всю. Тут есть. Размотала всю щуколовку. Хорошая мамочка. Ай, народ, бомба. Отлично. Заглот хороший. Фух, лайфхак. Что значит, немного поигрался с ней и взял. Теперь с этой. Сейчас разберемся. Вовремя я туда подошел. Просто вовремя. Холостяк. Итак, вот опять сработка. Сработочка. Долго не заждала, не заставила себя ждать. Ждем. Может, сбила, а может и сидит уже там. Ну, смыкал. Сидит, да. Ай, манюхонькая это какая, а? Это делается. Опять же. Вот так. И отправляем за папой и мамой. Опс. Опять. После первой сразу вторая. Так, и снова сработка. Интересно. Сработала и сидит, ждет. Проверяем. А, есть. Есть, но ушла. Пиздец. Ударилась об лед и сошла. Сработка.
его завела. Есть. Наконец-то. Еще где-то мотало, не пойму где. А, вон. Тут даже еще не срабатывало. Думал с коптера поснимать красоты. Щука реально не дают. Их всех отпустим. Итак, вечерние поклевки, народ. Уже собираюсь домой. Хочу собираться. Но все клюет и клюет. Просто сумасшедший шум. О, хорошенько. Поклевочка, это же надо. Поцеловали и за мамой, и за папой. Итак, мы уже собрались. Что я хочу сказать? Итог рыбалки.
Уже время 5 часов вечера, уже темнеет. Короче, жор просто сумасшедший. Реально задолбался просто бегать. Я никогда не мог подумать, что я устану. Закончились живцы, потом начали заканчиваться щеколовки. Из кучи щеколовки, из много щеколовок стала половина, потому что не было уже что цеплять. Реально, блин, щук было поймано больше 20, много было отпущенных, много было хороших сходов. Ну и некую часть, конечно, взяли с собой. Рыбалка просто, блин, ураган. Такого я еще давно такого не помню, чтобы такой клев был. С самого утра и до самого вечера. Все, идем к машине. Всем пока. Еду домой уже после рыбалочки. Время 6:12. Не знаю, как там в Борисполе, но тут реально жопа. Заметает просто, настолько густой снег. Дорога, она уже вся заметена. Просто заметель. Откуда оно взялось? Его же вообще не передавали. И настолько густой и сильный, что капец просто. Ну ладно, всем пока.